Полевые госпитали Минобороны России в Ботлюхе и Буйнакске за сутки приняли на лечение еще 15 местных жителей. Военные медики продолжают оказывать медпомощь дагестанцам в многопрофильных полевых госпиталях. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В настоящее время 56 пациентов продолжают получать медицинскую помощь. Полевой госпиталь развернут в селении Ботлих и в Буйнакске вместимостью до 200 человек. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Распределены они в терапевтическое отделение и инфекционное отделение. В отделении реанимации у нас на данный момент никого не находится. В каждом отделении организовано круглосуточное дежурство врачебно-сестринских бригад, также санитаров в этих отделениях. Всего на дежурстве в госпитале находится 12 врачебно-сестринских бригад. К нам в госпиталь поступают не только с Ботлихского района, но и с соседних лежащих районов. В распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств. Перед нами представлен передвижной цифровой рентгеновский аппарат с автоматизированным пультом управления, то есть мы сами тут выбираем, например, область исследования, которая автоматически выдает нам цифры, которые нужны для того, чтобы провести снимок. Все, спасибо, нормально. Устроился очень даже хорошо. Отлично. Посмотрим, что дальнейшее будет.